Надо смотреть на, надо следить за результатом, а не за формой. Было бы хорошо, если бы мы участвовали в блоке и в результате мы получили больше. А исследования показывают другое. Участвуя вместе, допустим, мы получаем меньше, чем бы получили, если идем одни. А еще раз, мы не находимся в этом действии как занятие. Вы говорили, что мы прагматически подходим к прагматик, да? Вот мы прагматически подходим к этому серьезному периоду времени и к историческим выборам для Республики Молдова. Одновременно я вам хочу сказать, если нам приведут доводы, что участвуя вместе, мы вместе получаем лучший результат, двумя руками.